А теперь смотрите. Михаил Свинин, Архангельская область. Он пишет, да, от Железова. После основных прививок остались черенки. Внимание! Вот тут как раз мы, я показывал черенки, которые Сергей выкинул, персиковые. А там можно было бы еще на сотню прививок, причем хороших прививок. Но он немножко зажрался. Так вот, после основных прививок остались черенки, которые нужно было выбросить. Я решил привить на боярышник. Внимание! Речь о грушах. На боярышник, иргу, мелкую грушу и культурную грушу, но безвкусную. Основные не прижились, а эти все пошли на удивление. На второй год за плодоносили, а это третий год. Внимание, друзья! Ой, красота какая! Архангельская область, где считается, вообще делать нечего. Ой, красота! Ой, красота! Ой, красота! Так, гражданин Углов, догонять будете? Ой, красота! Ну вот, полюбуйтесь на этого волшебника. Так, Архангельская область, я к этому причастен. Но тут еще, помните, моя старая песня, которая начинает сначала. Все, что у него получается, на боярышник, на иргу, на вот, все это надо поколение за поколением закреплять связь между разновидными прививками. Вот, все понятно, да? Вот.